Всем привет, дорогие друзья, с вами Даша, это канал Сам Солнышко Плей, и сегодня мы продолжаем играть в Бенди и Темное Возрождение. В прошлой серии мы с вами заполучили оружие, мы заполучили какое-то новое умение, встретились с маленьким добреньким Бенди и с большим плохим Бенди. В общем, супер насыщенная получилась серия, вот, посмотрим, что нас ждет дальше. Самое главное, я установила русификатор, и нам не придется больше ничего читать. Короче, все будет автоматически. На этом моменте мы с вами остановились. Будем смотреть, что тут есть интересненького. О, монетки. Что-то... Ага. Эй. Все. Постоянно на Ctrl нажимаю вместо C. Не люблю приседания на C. О, нифига. О-о-о. Так, это что-то значит? 1, 2, 3. Хм. О, тут что-то блестит. Так. Сколько раз вы можете смотреть один и тот же чертов мультфильм, причем сойдёте с ума? Я начинаю забывать, что именно они хотели, чтобы я изменил. Хорошо, что я делаю заметки. И что это за маленькие цифры в углу экрана? Это какой-то код? Лучше проверю в комнате раскадровки. Так, какой-то код. 1, 2, 3. А какой? На чё? Зачем? Почему? Так, прослушаем. Змея Уилсон. А почему так прописано? Подождите. Мы с вами сможем сейчас сразу прочитать. Змея Уилсон. Когда я впервые вошел в этот мир, это была необузданная дикая местность. Жалкие ползучие трущобы, которым правит этот ухмыляющийся демон. Из хаоса я принес порядок. Из порядка я принес мир. Как только вы отрезаете змеи голову, змея тихо истекает кровью на землю. Теперь остается единственный вопрос. Что если голова отрастет снова? Я так и не поняла, вот этот Уилсон, он типа против Бенди, потому что он говорит, что он его убил. Хотя он живой. Так-так. Тут что-то болтает. Чем... Ой. А, закрыто. Оу! What the fuck? А! Быстрей. Так, это было неожиданно немножко. Теперь открыто? Такая наивная. Так, ладно, три мультика. Но какой в них смысл? Так, мы сейчас попадем. Стоп. Пусто. Почему всегда открывается только один ящик? Там как бы три. Блин, демон меня прям врасплох заставляет каждый раз. Застает. Застает врасплох. Так. Есть. Есть. Открыть. Изменить слайд. Подожди-ка. О! О, 4 вон есть. 5. От 1 до 5. Стоп, а как я должна понять, какой пин-код? Может, надо было ту аудиозапись как-то прослушать? Подожди. Откуда я знаю? Как я... Что-то непонятно. Мне нужна какая-то подсказка. Какая-то подсказка должна быть. Security. А. А. Вот это и будет код. То есть мне нужно посмотреть на снимки и понять. Какой... Чё? Я не понимаю. Окей, давай смотреть. Двоечка, троечка, четверочка, пятерочка, единичка. Может, что-то логическое нужно сделать? Вот он ее положил, вот он с ней побежал. А тут она его укусила. Мне кажется, сначала вот двоечка должна быть. Потом он вот с ней... А, стоп, он ее должен положить, по идее. Ну, троечка, да. А потом он с ней танцует. 2, 3, 4, так что ли? Точно правильно сделал?
А, стоп, это цветочек. Он сначала видит цветочек. Подожди, он сначала видит цветочек, потом он до него дотягивается и срывает его. Хулиган. 4-3-2, что ли? Давай попробуем. Ой. 4-3-2. Нет. Но там точно нерисованные должны быть. Подожди, а может еще какой-то есть? Вот он срывает, вот он видит. Тут он от пчелы убегает. А, тут к нему пристает пчела. Подожди, а вот, вот это аудио, которое вот... Вот это... Будто бы оно не помогает. Блин, должны быть какие-то подсказки. Здесь больше нет? Может, тут что-то было? Я что-то пропустила? А, стой, подожди-ка. О! Так, он сорвал. Он пытался сорвать, он убежал от пчелы. Все. Все понятно теперь. Говоришь, подсказка должна была быть какая-то. Так, он сорвал. Это единица, по-моему. Он с... А он с пчелой? По-моему, без пчелы сорвал. Что-то я забыл уже. Да, он просто радостно сорвал. Все. Вторая, он попытался сорвать. Так, он сорвал. Вот. А, блин, правильно стояла тройка. Вот. И здесь он убегает от... Вот. Все. Какой? 2-3-5. 2-3-5. Давай попробуем. Так, двоечка. 3-5. Yes! О, анимейшн Али. А нам до нее и надо было, да? Так, вот если что, бочонок. Как я знала, что он мне пригодится сейчас в этот момент. Была уверена в этом. Бенди, уходи. Он тут очень часто появляется. В первой части его не так много было. Come say hello. Подойди, скажи hello. Нафиг вас, мам, какие противные. Так, а вот сюда можно прятаться? Нет. Стоп, стоп, стоп. Я сначала пойду hello скажу. Hello? Кто там? Женщина какая-то. Она четвертая Джейн Толт. Так. Хорошие вещи всегда идут втроем, говорят они. Бенди, Алиса и Борис. Это просто работает. Поэтому, когда я показал своим коллегам свой дизайн для нового четвертого члена банды мясников, вы почти услышали отвращение за обидным столом. Девушка-призрак? Они сказали, никто этого не поймет. Они просто посмеялись над моими рисунками, скомкали их как мусор. Но я привлеку мистера Дрю на свою сторону. Он поймет. Он должен. Карли присоединится к банде мясников. Почему он мясников? И она будет любима всеми. Так или иначе, я верну Карли к жизни. Вот это там она? Вот это? Вот это, да, призрак? Блин, выглядит стрёмно, конечно. Так, ну ладно, видимо, нам нужно ее открыть. Так это макака. Куда? Оставь меня в покое, говорит. А ты где? Ты куда ушел? Ёб твою мать! Чёртова обезьяна!
Откройте мне дверь! Или мне ее убить надо? Блин, блин, макака. Может, поговорим? Эй, обезьянка. А чего он от меня хочет? Hello, я ему сказала уже. А. Так, стоп, и что? Да твою мать! Она меня до инфаркта доведет. А за что она меня бьет? Твою дамочки! Я только что неприятная была встреча с обезьянкой. Так что это обезьянка, это что, и есть вот этот новый призрак? Слушай, ну ей не победить. Бля, а как я только не выпрыгивала? Да твою! Да отстань! Да что так? Да что такое? У меня глаз дергается. Куда? Сюда быстрей! У меня глаз дергается уже. Стоп. Стоп, почему я вернулась назад? Найдите Оля, доберись до верхней. А почему меня вернули назад? Не поняла. Что такое? О! Да, давайте сделаем. Я, правда, не знаю, что с этими ключами делать. Блин, ну эта макака меня нормально так подбила. Так а чего мне надо сделать? Подожди, я же приходил. Приемная в анимационной аллее. Найти способ пересечь пропасть. Найдите аллею анимации. Так я же ее нашла. Почему меня вернули домой, ну, назад? Там кто-то ходит опять? Там кто-то ходит. Конечно! Отстань! Отстань, отстань! Ну, мне кажется, мне не назад просто. Да твою! Оу! А что за классное? А-а-а! Да отвалите от меня! Вашу мать! Отстань! Заманала! О, блин. Так. Спокойно. Бумаги подписаны. Анимационный персонал набран. Archgate Pictures открыт для бизнеса. С 9 часов утра Бенди и все его маленькие мультяшные друзья теперь принадлежат мне. Признаю, странно владеть наследием дорогого друга. Но я думаю, Джо был бы доволен, зная, что он в моих руках. Ты просто должен поверить, говорил он. Он был таким шоуменом. Но я верю Джоу. Всем сердцем верю. Фух. Я не знаю, тот, кто придумал эти существа, вообще вот додумался говорить, вы горите в аду. Реально дергается глаз. Я не шучу. Тут не надо бегать будет. Не люблю коридоры, потому что коридоры обычно означают погоню. Погоню, беготню. Блин, макака самая страшная здесь. Вот эта призрачная. Бенди вообще не такой страшный. Макака просто орёт еще, когда появляется. Взвизг вот этот. О, Борис! Борис! Вот Бориску бы лучше встретил. Устал уже от этих обезьян. У меня был хп еще. Мне бы полечить, а... Что это такое у тебя? А? Это что за... А я тоже такое хочу у меня? Я тоже так хочу. Так, сейчас.
Что-то куча всякой фигни какой-то собираю, не знаю зачем. Я забываю своей, кстати, силой пользоваться. Я даже забыл, как она это. Как она делается. О! Хм. А может быть это Уилсон был? Ну хотя Уилсон, он бы так не хихикал. Мне кажется, он бы посуровее был бы. Эй! Все, можно пойти. Можно бежать. Что? Мы же дошли. Ну, упала и упала, пусть падает. Нет, что? Единственное, что сейчас Бенди может прийти. Ну, это пофигу. Это пофигу. Машин must endure. Endure. Не знаю, что такое endure. Так, эй. Эй! Эй, yes. Что там? Там ничего. О! Здорово! Рэмбо! Ты что, застрял? Стоп, его кто-то схватил. О, привет! Ты ищешь выход? Портер. Было бы неплохо найти выход. Ты застрял там? Хе-хе, ну да. Я боюсь. Что это означает, что ты тоже застрял? Ты же не можешь пошевелиться? Не надеюсь. Может быть, ты могла бы меня протолкнуть? Я посмотрю, что я могу сделать. Мать Тереза просто. Они на меня нападают, псы. Помогите потерянному. Так, давай, я тебя протолкну тогда. Ну как, только ты же жижа. Он меня обманывает, мне кажется. Ой. Я тоже так хочу, поехали. Погнали. Уху. Хоть что-то веселенькое в этом... В этом месте. Ну, не знаю, куда мы только прыгнем. Стоп, подожди, нам же надо было наверх. Почему мы вниз? Ну, что, спасибо за вашу помощь. Кстати, меня зовут Портер. И кем бы вы могли быть? Одри? 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 Одри! Нет, мне это не нравится. Тебе это не идет. Я назову тебя... Бобби! И чтобы сказать спасибо за твой подвиг, вот маленький подарок. Кое-чему я научился. О, о, о! Вот эту вот телепортажку у меня даже. Вот и на месте. Я передал тебе. Теперь ты можешь двигаться, как я. Ну-ка. О! Прощай, Бобби! Постарайся не умереть. Блин, мне нравится этот паренек. Это было странно. Ну да, учитывая, что мы теперь Бобби. Использовать свою силу, чтобы быстро и незаметно перемещаться на короткие расстояния. Поток также удобен для передвижения труднодоступных местах. Правую кнопку мыши. Окей. Вау! Это очень круто. Я теперь от макаки буду так убегать. Стоп. Что за музыка началась? Стоп, а я разве здесь не была? Да я опять здесь! Что за булщит? Это странно, вам не кажется? Я вот туда вообще иду? Не знаю, мне перестало показываться, куда и надо идти. Поэтому... Но я иду, куда иду. У меня просто что-то по кругу здесь виляет. Учитывая, что мы тут были, мы вроде наверх не поднимались, но мы как бы упали вниз и опять оказались здесь. Хм. Мне кажется, я сейчас вообще совсем в самое начало приду. У нас же, по-моему, там было место, где мы с тобой не могли пройти, правильно? Мне кажется, я не туда. Нет, мне кажется, я вообще не туда. Подожди. Используй поток, чтобы пересечь пропасть. Так я ее пересекла. А дальше что? Или про какую пропасть она говорит? Там, где мы упали, что ли? Так а там некуда было идти. Непонятно.
Блин, а там опять эта макака будет сейчас. Я что-то вообще не хочу с ней встречаться. Так, все, мы доползли. Ну смотри, 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 подожди. Вот я тут, ну, перепрыгнула я, да. Блин, опять макака будет. Так, ладно, пока бережем прыжок. Может быть, здесь какая-то пропасть была? Экзит написано. О. Ой. Так сюда? Я просто не помню, где была пропасть. О! Ну да, сюда. Вот. Здесь разве не были? Глубокая бездна, помню тебя, Одри. Ой! Чё? Какое дитя тьмы? С какой стати? Чё у меня это? Всё, подожди, я перепрыгну, там будет закрыто, что ли? Пик! Требуется полностью заряженный гент. И поэтому мы с тобой пойдем туда. Правильно? А чё? Слушай, мне надо поесть. А у меня нету в инвентаре, подожди. Не сумка. А, блин, перевод классный вообще. Так, изгнание. Используется сыр, чтобы тут массу обратно в темной луже. Пригнувшись, ставшись замечен, заметь слогом. Я что-то забыла, как это делается. Понял. Ладно. Окей. Нам поесть надо. Мне надо еды найти. Еда. Здесь же должна быть еда где-нибудь. Вообще ничего нет. Никто не ест. Тут никто не ест. Все на диете сидят. Мы разве тут не были? Ну не, такое количество ящиков я не открывала еще. О! У! Е, джекпот. Я считаю. Мать. Но я сразу этот, как это, приметила эту коробочку. Все, не рычи. Не рычи на меня. Да что-то тут вообще пусто. Ладно, фиг с ним. О, здесь может быть что-то. О, супчик, супчик. Так, ну что, поехали. О, пончик. Вот это мы прям накушались. Блин, тут какая-то раздевалка прям огромная. О, пожалуйста, обезьяна, не попадись мне здесь. Так, тут какие-то лабиринты. О! А, здесь еды покупать все.
Так что примите эту частичку странности. Этот парень Томас Коннорс Гента. Он занимает заднюю часть раздевалки. Думаю, мне придется перенести мой маленький офис из картонных коробок куда-нибудь в другое место. Он дал мне код от двери на случай, если мне когда-нибудь понадобится войти и прибраться. Я записал код и положил свой шкафчик. Это 8-й шкафчик с плаката с милой леди на нем. Но я говорю вам, если этот парень продолжит доставлять мне неприятности, я уйду отсюда. Окей. Плакат с леди. А, вон. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вот это. 215. Изи. 215. Нифига себе, дверь. О. Отправляется на станцию улучшить Гент. Сейчас. Тут прям много всего. Сюда? Вау! Блин! Необходимые компоненты. Найдите схемы с их путешествий, чтобы разблокировать новые улучшения для труб Гент. Мне вот этой фигни вот не хватает. Блин, печалька. А где мне найти сейчас эти? Может быть, тут? Вот, такой наборчик еще один мне нужен. И все. Вот, все, сейчас улучшимся. Отлично. Батареечка. Здесь все. Угу, улучшить. Он будет мощнее бить, надеюсь. Заряди свою гентрубу. А как ее зарядить? Ой. Ой. А. А. Ничего себе. Оу, вот зачем батарейки. Так. Интересное оборудование. Я типа могу какие-то двери открывать с помощью этого, да? Типа заряд был. Во. Доступ к защищенным местам теперь предоставлен. Когда ваша ген-труба заряжена, вы можете потратить ее энергию на открытие мужских... мужских замков по всей студии. Что за ними стоит? Только самые храбрые будут искать их за наградами. Чё? Я не храбрая вообще ни разу. А, вон, смотри, сейчас пробовать будет. Открыть. Так, вот сколько мне заряда там в минус ушло? Это, конечно, все здорово. А можем зарядить еще раз теперь? Угу. Сколько у меня там? Я просто не знаю, сколько. Мне кажется, сразу надо зарядить. Мне кажется, такие машины просто не везде будут. Давай так. Все, погнали. Я знаешь, что боюсь? Что здесь не просто так шкаф. Но, блаха-муха! Кто, блин, выпрыгивает из шкафчика? Началось! Так, ладно, хрен бы с вами. Хрен бы с вами! Не хочу тратить на них время. Они все равно ползают долго. Видишь, изи. Сложно было, не сложно. Что там? Что за звук? Что за звук? Кто-то за мной бежит. А, эти. Да вы меня не то. Смотрите. Ха! Ну чё? Чё? Не допрыгаете, да? Эх, как грустно. А я пошла. Эх, опа. Адьёс, неудачники. Keepers, everything. Ха. Короче, смотри в оба. Так, это мы куда сейчас идем? Или вы? Твое путешествие закончится, когда тебя поглотит мое темное королевство. Я тут
здесь ты найдешь смысл в своей боли. Все? Ладно, ребятушки, я предлагаю нам на этот момент заканчивать. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, ставьте поддерживающие комментарии. И всем пока-пока!